Всем привет! Мы на канале Живичка. И сегодня я покажу вам из одного магазина Фаберлика мои вещи. То, что мама тебе заказала, да? Распаковывай. Вот моя расческа, она с зеркалом. Распаковывай. Куда ты будешь носить такую расчесочку, расскажи. Садик. Садик будешь носить. Покажи поближе, какая... Вот коробочка, да. Красивая. Угу. И поближе покажи, какая она классная. Да, да. И зайчик вот туда отрывается. Угу. Разноцветная. Вот прочитайте, кто английский. Фаберлик. Разноцветные у нее такие зубчики, да? Да, и одного не хватает. Но как это... не хватает? Нет, не может быть. Ну, вот точечка, это так. Эта можно. Точечка нужна для того, чтобы она была мягенькая. Близенько покажи. Вот такая расческа. И послушайте. Сейчас. Одна вот так. Красивая расческа, да? Да. Я сюда покажу, чтобы она была не видна. Что? А что это у тебя в руках? Прочитайте. Нет, ты расскажи сама. Это такой светофонарик. Светоотражатель. Да. И он может на собачку, на рюкзак, на сумочку цепляться. Чтобы что? Чтобы водители видели ночью, куда они едут. И замедлили ребенка, да? Если, да. Если вдруг плохая освещенность, чтобы водители замечали. Да, я сейчас вас покажу. Давай, раскрывай. И еще я покажу картинку. Так, есть там цепочка. Да? Вот смотрите, какая картинка. Угу. Смотрите. Угу. А теперь покажи. И картинка самая крутая. И прочитайте. Мы самые крутые в школе. Да, так называется коллекция Фаберлик. Теперь покажи сам светоотражатель поближе в камеру. Вот так вот он выглядит. Вот, видите, он светится. Да, блестит так. И когда плохая освещенность на дорогах, да, ребенок идет, если у него на рюкзаке прицеплен такой светоотражатель. Или куда-то. Да. И любой водитель всегда заметит ребенка. Очень полезная. Или собаку. Ну да. Очень полезная штучка. Если вы, Светлана Юрьевна, смотрите сейчас мое видео, тогда смотрели мой канал вы. Тогда вам привет, да? Да. Передаю вам привет. И это были все мои подарочки от мамы. Всем пока, мы на канале Живичка. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. И пожалуйста, поставьте мне 100 лайков. И всем пока!